чин нархарга варишлыксын, цэу алдара товчылыксын, е алдара алхылыксын, арстин харатортык маляк. Барон гартан атха балгула шуйсеге салаза гурм гожылын атхалда гарадер жылы яухын нену болу болу гиннай. Күрлмэнген дэрэдэ көрін үзір көрі дугасақтын көвчек дэрін мордын солдак ұқтырген оғыр сағын үлілі құтқылдың гарадоққын нену болу болу гиннай. Оды үнге көл қылы бәден Дава Шавалиев дүл жоқсынемін. Очень мне нравится вот этот ее. Ты сколько эта поэма. Лет этому пению? Сколько лет, как вы думаете? Ну, мне кажется, просто будет. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Так, ну, несомненно, это очень древнее произведение. Наверное, где-то отсчет пойдет тысячелетиями. Тысячелетия назад потому вы также сидели у костра и слышали примерно так же, да? Я не могу по вашему сказать, мнению. По всей видимости. А кто-нибудь понял? Вот вас, вы поняли, как бы погода, а когда Володя пил? И вы поняли? Да, да. Все дословно. Ну, это же. Все поняли. То есть архаический язык, который был тысячелетия назад, абсолютно понятен современному калмыку, да, сегодняшнему. Да, вот он. Вот в этом отрывке поется, вот есть, я вот просто поражаюсь на сегодняшний даже день, вот сцена седлания лошадей по тревоге, когда Джангар приказывает своим приближенным богатырям оседлать буквально по тревоге лошадей для того, чтобы преследовать и отбить табун у чужеземца Аля Мухля, который прискакал и угнал табун Джангар. Подобно монолиту черное седло на прекрасном прямоугольном крупе, что ли, вот таком крупе лошади, положив, натянули подпруги таким образом, чтобы 4 года они не шелохнулись во время скачек. Когда натягивали подпруги, казались, они вот-вот должны были оборваться или порваться, и эта подпруга стянула весь жир вместе со шкурой лошади, которую она нагудела во время свободы, в одну сторону и образовала 72 складки. Стремя в противоположной стороне доставала до земли и рисовала пыли рисунки. И когда... Ну, это живопись просто. Да, это когда поверхность вот, живота лошади чуть ли не достигла позвонка, и до ясности, до выразительной ясности выразились все жилы на задних ногах лошади. Mm-hmm.